Мария, хватит лицемерить. Со мной это не пройдет. Я не верю ни единому твоему слову. Сара, я не понимаю, что я тебе сделала. Не мне. Ты отравила жизнь Мэг. Мэг? Да. Пора положить конец этому кошмару. Немедленно. Раз и навсегда. Я не хочу причинять зло Мэг. И в мыслях этого не было. Значит, не было. Не думаю, что тебе пожаловалась сама Мэг. Она знает, как я к ней отношусь. Мария, хочешь узнать то, что мне известно? Впрочем, нет. Уж то, скандал Мэг не нужен. Сара, постой. Расскажи мне, что тебе известно. Ну, хорошо. Ладно, Мэг мне ничего не говорила. Ни о тебе, ни о своем к тебе отношении. В том-то вся и беда. Мэг, моя лучшая подруга, она бы обязательно мне рассказала обо всех неурядицах наших отношений. Все твои слова — это выдумки и сказки. Я просто знаю свою сестру, Мария. Она делает все, чтобы я быстрее поправилась. Мое выздоровление — вопрос времени, нам надо ждать. Долго? Мне уже гораздо лучше. После выздоровления я плачу ей за все ее усилия. За все. Правда? И как? Я не стану помехой их счастью, и я дам согласие на их брак. Согласие? Давай не будем углубляться в эту тему, каждый несет свой крест. Подожди, Мария. Ты нарисовала просто идеальную картину. А как насчет гарантий? Я тебя не понимаю. А вдруг твой план не сработает? Тебе не впервые нарушать слово, когда дело касается Бена и Мэг. Правда? Ты пытаешься докопаться до истины, но я не намерена слушать твои колкости, не понимая, в чем я виновата. Ладно, раз ты настаиваешь, я тебе скажу. Слушаю. Ты мне говорила, что не намерена переезжать в дом Бена и Мэг. Опять ты за старое, Бен? Да, Бен тебя уговорил, потому что ты позволила себя уговорить. А все эти разговоры о твоем хорошем отношении к Мэг — просто отговорки. Это неправда. Иначе ты бы не стала жить в их доме. И уж тем более не пошла бы на свидание с Беном. Ты говоришь о том вечере? Это было не свидание. Неужели? Вы пошли в бездну, оставив Мэг дома одну. Как она переживала? Она пришла к Кейси вся в слезах. Нет. Да. Ты уверяешь, что заботишься о моей сестре? Странная у тебя забота. Ты считаешь, я сознательно хотела остаться с Беном наедине? Считаю. Я это утверждаю. Однако это только мое личное мнение. Постой. Ты думаешь, я хочу отнять Бена у Мэг? Так? Мария, я не хочу тебя унижать, но я не знаю, что ты задумала. Вот именно. Бен и Мэг любят друг друга. Они должны быть вместе. Я согласна. Как ты думаешь, зачем я так отчаянно пытаюсь все вспомнить? Я делаю все, что могу. Но ведь ты мне не веришь. Может быть, твоя амнезия лишь повод подобраться поближе к Бену? Ты думаешь, я хитрю? Я не понимаю, неужели это возможно? Ничего невозможного нет. К чему ты клонишь? Я законная жена Бена. Боже мой, неужели ты думаешь? Да, думаю. После всего, что Мэг для меня сделала, такая черная неблагодарность. Но я не знаю. Я всякое видела, когда жила в Вашингтоне. А здесь не Вашингтон, а Сансет-Бич. А мне эти города кажутся близнецами-братьями. Может, у тебя действительно амнезия? Откуда мне знать? Для меня важнее всего счастье моей сестры. Боже мой, Сара, с меня довольна. Как ты можешь? Что здесь происходит?